Привет. Привет, ребята. Меня зовут мистер Пальчик. Я очень люблю шляпки. И я хочу, чтобы вы мне помогли выбрать, в какой шляпе я сегодня расскажу очень интересную историю. Я очень долго думал. Я ходил, размышлял и решил записать это видео, чтобы вы мне помогли, какая шляпа будет лучше смотреться на мне. Итак, начнем. Шляпа номер один. Квадрат. Правильно? Это квадратная шляпа. Мне кажется, я похож на медбрата или на врача. Может, нарисовать здесь красный крест? Нет, давайте померим дальше. А это какая шляпа? Правильно, это треугольник. Наверное, эти шляпы называются треуголками. Я не помню, кто их носит. Моряки? Или военные? Не знаю. Может, вы мне напомните? Хоп-хоп-хоп. Мне кажется, я ее криво надел. Сейчас поменяю. Оп, а это? На что похоже эта шляпка? Это цилиндр. Оп, на что похоже эта шляпка? Правильно, это прямоугольник. А шляпы в виде прямоугольника называются цилиндрами. Ой, я очень долго шил эту шляпу, мне кажется, она вышла немножечко кривоватой. Поэтому меряем дальше. У меня даже немножечко лысина выпирает. Оп, а это круг. Немножечко неровный, но ничего страшного. Ребята, подскажите, а на что похож круг? Мне кажется, моя шляпка в виде круга похожа на Луну. Или на Солнце. Или на блинчик. А еще она мне напоминает нос клоуна. Но ведь у нас не нос, ведь у нас шляпа. Меряем дальше. Опа! А это кривой шестиугольник. Я не очень хорош в геометрии, но неплохой себе шестиугольник получился. Но так как он не идеальный, наверное, эта шляпка нам тоже не подходит. Как же быть? У меня есть руки. Ха. Сейчас. Моя самая любимая шляпка. Мне кажется, вам тоже она понравится. Опа! Вот, немножечко запылилась, давно я ее не надевал. Мне кажется, она замечательная. Она такая стильная, такая волшебная. И пришло время рассказать вам историю. Историю моего... Я забыла историю, пока мерил шляпки. Одну минуту. Я вернулся. И я вам в этой замечательной шляпке расскажу одну историю. А точнее, это будет маленький наш секрет. Я сейчас нахожусь в поисках одной сказки. Говорят, что эта сказка про меня. Хотите? Мы вместе будем ее искать. Говорят, что она называется «Мальчик с пальчик». Это же почти про меня. Я ведь мальчик, я пальчик. Ну, мальчик-пальчик и мальчик с пальчик — это немножечко разные вещи, но все-таки сходство есть. Помогите мне найти эту сказку. Попросите родителей рассказать вам ее. И в следующий раз расскажу, нашел я эту сказку или нет. Ну что ж, пора прощаться. Надеюсь, к следующему разу, когда я расскажу вам о том, что я нашел сказку, у меня будет еще больше шляп. А может, я еще сошью галстук. Всем пока!